Немножко подзаряжались ребята на старте. Это всегда бывает после фальш-старта. Марков чуть-чуть выскакивает раньше из воды, чем Климент Колесников. Даниил плывет на прямых руках. У Климента несколько прыгающая техника. То, что они вдвоем уже впереди, не обсуждается. На пол головы впереди Даниил Марков. Но руки длиннее у Климента Колесниковой. 21.69 Климент первый. 21.85 Даниил второй. И третий Евгений Седов. 22.19. Ну что, Климент уже трехкратный. А это Евгений Седов. Давненько он не был в тройке. Хотя почему? По-моему, в прошлом году или позапрошлом году Женя Седов был в тройке призеров. Правда, тогда он заявлял, что он уже очень много поработал. 2 недели тренировался. Ну, сейчас, наверное, 3 недели готовился. 21.69, 21.85, 22.19. Да, Димы Жаворонкова здесь не хватало. Ну и надо признать, что после фальстарта опять проходит 21.69. У Климента нервы железобетонные. Очень странным образом сегодня не ставился рекорд мира на полтиннике на спине. Ну и кролем, если бы не было фальстарта, наверное, тоже где-то на уровень рекорда России 21.40. 21.27. Ну, наверное, 21.27 нет, а вот...